Этот парень не урод и не красавчик вовсе. Он не пидовка, не бандит и не на пафосе. Он не из тех, кому важна на голове корона. Такой не будет строить отношения в поисках резона. В порядке с чувством юмора и романтичен. Разбирается во многом и харизматичен. Отвечает за слова и за свои поступки. Поступки делает без слов, за спиной не мучит мутки. В приоритете отношения, а не игра на чувства. Уверенный в себе, интересуется искусством. Для такого будешь целой, а не половиной. Это мысли вслух про идеального мужчину. Я хочу быть с тобой одним целым. Будь идеальным, попробуй быть смелым. Попробуй хоть раз быть идеалом. Жаль, что вас нет или вас мало. Я хочу быть. Если в чем-то не уверен, он вешает лапшу на уши только когда шутит. Любой бытовой вопрос с тобой обсудит. За его спиной, как за горой, всегда спокойно. В любых проблемах и делах выглядит достойно. Интересуется духовным миром, он эрудит. Из подручных средств нужную вещь сообразит. Но главное его достоинство, он любит сердцем. Он для тебя готов открыть любую дверцу. За семью порвет и остановит лавину. Это мысли вслух про идеального мужчину. Мало-мало-мало-мало-мало на земле мужского идеала. Мало-мало-мало-мало-мало на земле мужского идеала. Я хочу быть с тобой одним целым. Будь идеальным, попробуй быть смелым. Попробуй хоть раз.